сюда идем хвостом, а сюда носом идем. Вот, да. А? Да. До середины до пути. Хорошо. Да. Володя, можно трогаться? Закрывай дверь. Он оператор при, он управляет. Он этом, нет, он дает команду. А оно там уже скручено. Вот, ну, он включает программу. А программа до середины полета. Все, мы поехали. Фантастика просто. Поднимаемся. Фантастика. Ва, красота какая. Значит, есть жесткая подвеска. Это по аналогичной дороге наш конструктор сделал. Поэтому вот мягкая подвеска. Не знаю, как шумами, и так далее. Это первое просто. Поэтому, естественно, они не самые совершенные. Естественно, пошатывание есть, потому что гибкая потеряла, так? Да, нет, она... Ну, это меньше, чем на дороге. Если делать рейс, да, с большой коллегой, там прибавить. Ну, это тоже, это все приятно. Особенно, когда сидячий. Не знаю, не надо никак настоящий, он из-за этого все сидячий. Кстати, вот когда на автомобиле едешь, там так колбасит, то обратите внимание, даже на хорошем автомобиле, как там колбасит, больше, чем здесь. Мы не замечаем, привыкли к этому. И вот мои дети, я помню, ребенка, я не помню, хотя в автобусе меня тошнило, это торговля. Особенно да, в автобусе. Да, 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 да. Это просто фантастика. Знаете? Это космос. Как ощущения? Непередаваемые. У меня нет слов. И это не канатный дорога. Это рельсы вот раз, самоходный канатный дорога. То есть надо все удумать, себя свел. Мечта вообще. На самом деле похоже на фантастику. Кстати, чем больше скорости, тем раскачиваем меньше. Да, конечно. Поэтому она аэродинамическая еще устойчивая. Да. Это вот понятно. Мало скорости, ведь это же тесты, и мы, в принципе, не имеем права возить вообще. И это уже сертифицировано, да? Самое важное. Подвижной состав сертифицирован для России. Можно уже сертифицировать. Вот это российская компания. Это транспортное средство уже сертифицировано. Это институт электротранспорта. ГЭТ. ГЭТ. Приминтрансит. Приминтрансит России. Так что Россия уже российским трассом не хотим. Следующая станция. Екатеринбург. Мы на поле уже. Сто 150 км/ч. Максимальная скорость в городе. Вот такие вот пролеты. Станция высадки, посадки пассажиров могут быть здания, в которое заходит вот такое вот воздушное метро. Подвижной состав Skyway вписывается в любую городскую инфраструктуру, может проходить над городом, располагаться по высоте и на высоких зданиях, на высоких офисных зданиях, также жилых.
уникальная штука. Будет скоро во всех городах России.